Всех привет и пряного просмотра. Продолжаем про Assassin's Creed из Токио. Ну что у нас здесь задание? Давайте пообщаемся. Вот оно, это задание, которое я побежал. Блин, не то карта. Вот она. Как она называется? Тут не, уже не написано. Союз с мятежником. Вот союз с мятежником. Это мы уже выполнили. А что у нас? 3033. Нам не сюда надо. Нам по-любому сюда надо будет. Ну ладно. Погнали. Ты или слишком глуп, или слишком храбр, раз явился сюда. Ты не Фертари, да? Я должен тебе много молитв. Ух, ебать, за что? Мэгги, ты одет. Это жена Руджика. Чего еще ты ожидал? Сюда, Байк. И не забудь свои молитвы. Пригодятся. Что такое здесь? Я чуть не понял. Что с дерьмом такое? Мне жаль. Окей. Но выбора не было. Тебе лучше. Ты уже не похож на труп. Или лучше, ты лишь убиваешь? Руджик лишь начало пути. Да, я помню. Цапля. Куда ты меня ведешь? Искупить вину перед Анубисом. Вину? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, с чего бы? Ты ушел, едва очнувшись. Знаешь, здесь добывают натрий для всего Египта. Большая часть идет в Мемфис. Он нужен для захоронения. Окей. Погоди. Так, подожди, подожди. Погоди, успеешь ты. Цели. А где цапля? Какая цапля? А, вот она, да. Бегемот. А, и тут было 4. Ой, 5, потом их 4, потом их 3 будет, да? О, ты болен. Чё тут случилось-то? А чё с ним случилось? Смотри, он валяется. Но натрит используют не только так. Им можно очищать раны. А еще он отлично смывает кровь с рук. Гораздо лучше, Неб. Я попрошу принести тебе отвар от боли. А мой брат? Отдыхает. Ему нужен покой. Не будем больше об этом. Хочу мне помочь? Ну чё, погнали. Почему здесь так много больных? Анубис разгневан, Байек. Видишь ли, с тех пор, как ты ушел, лампы у его алтарей не горят. Это все плиты. Теперь мы беззащитны. Попрошу кого-нибудь поменяться с тобой. Перед Анубисом? Чтобы это ни было, многие пострадали, пытаясь зажечь огни заново. И не все вернулись. Это все плиты. Анубис требует, чтобы перед ним предстал ты и никто другой. Очуметь уж просто. И какие свечи? И что, опять будет какой-то монстром сражаться, а? Как мне приснилось во сне с этой змеей сражаться. А, что-то я тронул. Я развею проклятие, или знак, или что бы ни было. Будь так добр. Умиротвори Анубиса и заслужишь мое прощение. София, отнеси Фимиам людям у воды, ладно? Что-то она странно на нас посмотрела. Тебе мои напутствия ни к чему. Какие огни-то? Что-то там сделать-то надо? Всего есть 3 алтаря. Один на юге, один над источником и еще один в ломаной пирамиде. Туда ты дорогу знаешь. Ломаная пирамида.
А почему тут только... А, вот он здесь рядом, значит, находится. Ну, погнали. Чем ближе, чем лучше. Знаю. Попрошу кого-нибудь поменяться с тобой. Руки хоть немного отдохнут. Так, а то больше заданий никаких нету. Нет. Ё-моё. Да мы только что здесь были. Да, так правда просто. Будет лучше. Нам стоит работать по очереди. А, байк, байк. Придется нам в этой серии побегать. Лампа Анубиса должна быть где-то здесь. Да вот она стоит. Лампа опрокинута. Где чаша? Блин, еще надо искать, расследование делать. Так, тут что-то есть, тут кровь какая-то. Сломано все. Ограда сломана. Здесь была драка? Это кровь. А вот и мертвецы. Или был сбит. Да ты все идешь-то. Нефертари не преувеличивала. Он погиб, пытаясь зажечь лампу. Да ладно. Фигня это помощь. А ты лампа. А вот и чаша. Видимо, упала, когда опрокинулась лампа. Извини, друг, мы без себя будем все делать. Починить, нифига у себя слово починить тут есть. Ну точнее, мы все починим. А что такое? Талисман? Вот так. Осталось только зажечь ее. Ну? И как ее зажечь? Славлю вот так. Имя твое, страж врат Дуата. И все? Окей. И осталось нам еще две, да? Ай, бля. На 400 лучше всего бежать, да? Я так понимаю. Так, карта. Да, сколько у нас? Да, на 400 вот здесь вот. Сейчас спущусь и лошадь позову. Хорошо. Так, лошадь. Погнали. Погнали, гору уже. Это куда меня повел-то? Нифига себе здесь карта. Ладно, думаю, увидимся уже там, на этом месте. Да, блин, какой тут этот щит? Вот пидор ты, все тебе хана, дед, пизда. Бля, не тому, а. Окей.
Да, блядь, его щитом ты хуй пробьешь, да? Вот скотина, попай ему, поймал меня. Все, урод, сдох нам. Да пофигу, любую берем. Барабан. Где он вообще? Политика сподвигает всех. Скорее! Пора выдвигаться! Я хочу пустить им кровь! Они точно выставят дозорных! Нам удалось найти врага нашего фараона! Скорее! Мы должны отвезти этого... Сохранили мне жизнь! Напрасно! Не убежишь, тварь! Убейте всех этих блудивых псов! Все не того, ё-моё, на лошадь надо было убивать было. Эй, тварь! Без пощады! Сохранили мне жизнь? Напрасно! Да, блядь, слишком дохуя их, пиздец полный. Да я не смогу их победить всех. Блядь, их ты чё дохуя, слышь? Блядь, и я сгорел от... в пятку, что ли? Не, не в пятку, в ногу прям. Прям в тапочек мне ударили. И как мне его освободить, я вот не понимаю. Ой, блин. Слишком много их, слишком много. Особенно лучники очень мешаются. Просто не знаю, но лучники очень мешаются мне. Сива не дождется покоя? Да, Сива не дождется покоя. Может, миллион раз Сива не дождется покоя. Блин, я давай поможем ему. Я отправлюсь в лагерь Сарагина и выясню, есть ли здесь хоть талика правды. Блин, лампу успеем. Но у них кто-то помогал ему по-любому. Не может быть, что он один это все делал. Ну, то есть, я один должен делать. Еще стражники, падлы, подбежали, блин. Если не стражники, было вообще супер, все было бы. Хочу пустить им кровь! Лошадь, где моя лошадь, бля? Пошел ты нафиг отсюда, ёбки хуй. Подстрелю! Убейте всех этих шелудивых псов! Бля, лучники просто мешаются. Не убежишь! Сохранили мне жизнь! Напрасно! Задержите! Я все сделаю! А, это с меня! Я хочу пустить им кровь! Убей, тварь! Без пощады! Убейте всех этих шелудивых псов! Давай, быстрее. Сохрани мне жизнь! Напрасно! Я пизда говорю. Нас
Освободи меня! Иду, сейчас, подожди. Какой вообще взялся здесь, а? Да хуй его убить, блядь, вот, скотина ебаная. Поговори с ним, наконец-то. Верно? Тот Меджай, что смог пересечь пустыню. А я Теодор. Один из тех, кто бьется с филакитами. Наконец-то. Оттого и угодил в клетку? Да, сплоховал. Я ищу Дерата, мерзкого слугу Птолемея, ненавидящего египтян. Убийцу отцов, матерей и детей. Я не успокоюсь, пока не прикончу эту крысу. Одолжишь свой меч? Держи. Исполни долг. Славно! Я пойду в Вакхи к своим воинам. За мной! Чё, мне с ним тащиться? Каких это пор греки сражаются на стороне египтян? Идем. По отцу я египтянин, по матери грек. Правда, я уже давным-давно оборвал все свои связи с Грецией. Окей, и решил очистить мир от подобных Дерату. Ну погнали. Почти достиг цели. Нашли лагерь, но их было больше. Нам пришлось отступить. Лазутчики врага схватили меня. Пытались узнать, где мои солдаты. И тогда ты направил их в западню. Умно. Я всегда верил в моих братьев. Но не ожидал увидеть в союзниках Меджая и Сивы. Мои воины вовсю славят тебя. Мы до... Че он нам ничего не сказал? Подготовим новую атаку. Пойду к своим. А зачем мне с тобой идти? Дерат сбежал. Нек, как же я устал за ним бегать. Что нам делать? Обхитрим их. У нас появилась возможность убить двух зайцев одним ударом. Дождемся возвращения Дерата в лагерь. А пока попробуем взять в плен его песца в Каранисе. За моими людьми ведут охоту и тут же схватят. А тебя не знают. Приведи нам песца. Уж мы его разговорим. Где его искать? По ночам он отдыхает во дворе. Днем же его можно найти около храма или на террасе возле озера. Опрятно одет и, что неудивительно, окружен стражей. Не пропустишь. Понятно. Так, после вечера отдыхает он в дворе. Ё-моё, далековато. Ну, это можно чуть подождать. Так, предмет. Чё у нас за предмет? А, талисман Нубиса. Ну, окей, так. Ну, у нас много других заданий есть. И тут еще одно задание, ё-моё. А, это не то. Это понятно. Сюда мы еще придем. Окей. Нет, цель мне не нужна, мне нужно задание. Дополнительно. Вот этого надо выполнить. Господин. Мне сюда надо попасть. Да, блин. Погнали, у нас много есть других дел. Что ты делаешь? Ну и лошадь бешеные просто. Очуметь.
Блин, опять 500 бежать, очуменно. А ты должен туда? Это куда мы бежим вообще? Карта? А, на это как раз не нужно нам. Ну, это чуть позже, сначала мы это сделаем. Да, видишь, задание там еще. С дороги, тупица, что ты делаешь? Да вы сами ездить не умеете. Ну что, увидимся уже рядом. Ух, ебать, змеи здесь. Увидимся уже рядом этого... Я не знаю, что там, где поджечь на одном. Ну вот, мы уже рядом почти. Все 30, ну, можно сказать, уже 100 метров осталось добежать. Этому чуваку поможем чуть позже. Так, это куда нам? Сюда, что ли? Логал Гиен. Вообще супер. Алтарь. Лампа должна быть где-то здесь. На полотне кровь. Кто его повесил? Пизда тебя убьет. Да блядь, Ген, ты взрослый, бля, ебашит королеву дня. Все тебе пизда, блядь, королевки. Все нафиг, урода. Вот падло, да? Готово. Вот, сука, прибежал, тварь, а. Конечно, ее так убьем сейчас. Фу. Дело сделано. Шкур много. Так, даже это все собрали. Да, заебись. Бля, и тут-то откуда взялся-то? Да, бля, это слишком высоко, а это что такое? О, гниющее мясо дает сильный запах. Кто-то приманивает хищников? Понятно все здесь. Что, ты только повторишь? Гниющее, а, ну понятно, он только повторяет. А я думаю, сейчас мы что-то узнаем еще лучше. Так, тут кости какие-то. Ну понятно, давайте подожжем. Значит. Ну как где поджечь? А, вот, супер. Славлю имя твое. Страж врат Дуата. Это было непросто. Кто-то решил помешать мне? Талисманы Анубиса. Кто принес их сюда? Зачем? Что-то все слишком странное. Ну ладно. Уходим. Нам остался еще один третий огонь поджечь. Что-то все квесты стали слишком далековато от всего. Почему нельзя среду по дороге? Ну ладно, так поскочим. Скажут, у дороги нет, да? Лидер какой-то идет. Надеюсь, он не будет на нас нападать. Блядь, ну ты-то чмо, ебать здесь, блядь. Откуда взялась-то? Как вы заебали просто. Вот они, уроды, прыгают. Че, не говорит, что ты в пирамиде? Ё-моё, в пирамиде. А мы тут были уже.
Я мучился, как туда попасть. А не подумал, через решетку чему-то там можно стрельнуть. Ну откуда знает это было? Это оно бы квест нам сюда притащил, да? Ой, Барик, Барик. Что ты творишь, я не понимаю. О, молодчина, все, супер. Ну это я смотрел, все это уже видел. Ну поджигай. Все, и третий готов. Славлю имя твое. Страж врат Дуата. Последняя лампа. Вернусь к Нефертари. Ну это я уже видел. Опять они. Они. Зачем а? Это сделали? Понятно, но надо ей об этом сообщить. Это по-любому. Ты спускайся, Бай, когда ты, блин, просишь спуститься, ты не спускаешься. Так, карта, задань. Куда нам надо? Сюда, нифига себе. Да чуть сократим. Вот так вот. И погнал. Ты куда нас потащил-то? А, ну понятно. Ладно, увидимся уже там, когда прибудем туда. Я забыл по поводу перемещалки. Тут можно перемещаться. Вот он проблема-то. Здравствуйте, простите, чем вам привет. Спасибо, темная зеница солнца, что оценивает нас. Чё? Чё такое случилось? О, великий Анубис! А, он тут. Спасибо, шарит. Темная зеница солнца, что оценивает нас. Спасибо, что. Все, готов, я все сделал. Как какие ты просила. Вести? Лампы горят священным огнем. И я буду молить Анубиса о прощении. За лампами были эти талисманы. Ты знаешь что-нибудь? За лампами? Думаю, они защищают от зла. Я буду на стороже. Послушай, мятежникам нужна помощь лекаря. Я бы отправилась к ним сама, но сейчас нужна здесь. Суфья вызвалась сходить вместо меня, но только если ты ее проводишь. Провожу. Байк, пусть твой поход окончится скоро. Раньше, чем ты окончательно потеряешь себя. Окей. А это новое задание, что получается? Вариант. Не, это задание такое, да? Мне нужно найти северные входы. Ну, понятно все. Так, что у нас вообще есть? Мы можем что-то крафтить. Снаряжение. А, это понятное дело. Так, о, это можем что-то такое. Атака нам прибавляет. Тут одно не хватит. Ну ладно, мы все-таки атаку прибавим, чтобы по машине я бил. Это вообще какой-то беспорядки у нас был. Способность мы прокачать не можем, потому что у нас нет ее. Окей, надо помочь здесь. И там еще, ё-моё, сколько помощи-то надо делать. Блин, чё дурак? Ты руками это делаешь? Это как так вообще? Это же нереально, ты чё? Протрёшь себе всё. Ну ладно, я думаю, на этой ноте мы остановимся уже. Мы освободили одного мятежника. Мы сожгли все три лампы, которые возможны. Сейчас надо помочь здесь
с лекарствами, я так понимаю. А потом надо опять этому мятежнику помочь. Там еще задание у нас есть. И после этого, я думаю, скорее всего, уже перейдем к... этому, как его... А где у нас вообще уровень написан, интересно. Ну ладно, неважно. Ну, а, вот там снизу у нас, да? У нас половина, ну почти половина. Мы прокачались. Может, постараемся потом, может, после этого всего, как мы все это сделаем. Еще три квеста, как минимум, я думаю. Если там продолжение будет. Мы перейдем к основному заданию. Основное задание у нас что здесь? А на какой уровень основное задание? Морское сражение какое-то. Вот, 25 уровень. 25 уровень уже можно еще. Ну, я думаю, скорее после этих заданий выполню. О, верховое животное получишь? Ну ладно, всем удачи, всем пока. Увидимся в следующей серии и других прохождений. Всем пока.